Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня решил съездить вот в лес, ближе к вечеру уже, посмотреть грибы. У нас был небольшой дождь 2 дня назад, утром туманчики. Сегодня смотрел видео у друзей, как собирают в Подмосковье белые грибы. Ну, прям руки тянутся, охота сорвать. Ну вот, не выдержал, приехал. Сейчас посмотрим, походим. Ну, конечно, не думаю, что они могут быть, что у нас рановато. Дождей надо, но тем не менее. Просто посмотрим, что в лесу. Такая вот красота. Гуляем. Такая красота у нас в лесу. Вот смотрю чернику. Значит, в том году здесь ее очень-очень много было. Но сейчас вот так несколько ягодков. Ягод на кустике, она мелкая-мелкая. В общем, ее нет. Дождей не было. Черники в этом году нет. Она вот уже кустики становятся вот такие вот красноватые. Обидно. Ну, искать будем. Где-то в низинах. Ну нет, очень-очень мелкие. Да, в этом году с ягодами не урожай. Еду вот смотрю, и грибочки, но ничего нету. Ничего, никаких. Хотя бы время уже подошло, и белые могут быть. И маслята, и рыжики. Но нет. Сейчас что, прокатимся? Я на мотоцикле. Кругом сухо. Покатаемся, посмотрим. Мы сейчас что-то увидим. Вот на елке такое украшение. Кончики веточки вот такие вот засохли. И на всех. А почему, не знаю. Даже интересно. Уже всегда так было, просто не замечал. Такое украшение. Ну, от жары, конечно. Ну так-то издалека красиво. Ну, жара свое дело сделала. Хорошо, вот по лесу. Смотрю, вот влажное место такое. Но ничего. Никаких. Увидал. Это что такое? Ну надо же. Только сказал. И вот какие-то грибочки. Даже непонятно, что это такое. Не, ну надо же. Что за грибы? Но я их даже трогать не буду. Не меленький, беленький. Что ты? На что похоже, непонятно. Хм. О, с почином у нас, Владимир Михайлович. Нашел все-таки ты грибы. Вот верите, нет, вот смотрел сегодня видео у Лисичкина, как он собирает белые грибы. Это прям вообще. Ну, это охота мне в лес, охота. Ну, поехал.
Вот нашел. Он тоже белый. Только не знаю какой. Ну ладно. Значит, будут. Дождя, дождя и пойдут грибы. Ну интересно, вот душа так тянулась у меня в лес. Так тянулась. Вот к вечеру поехал. Ну и все-таки вот нашел. Первый гриб. Ну нет, тут больше. А те грибочки, мне кажется, все-таки поганки. Наверное, бледные. Просто они маленькие. Ну, не знаю, не буду гадать. Не буду их поганки называть. Грибочки, они есть грибочки. Какие уж есть. Тут вот и места хорошие. И нет ничего. Ничего, ничего. Да. Ну будут еще. У нас как покос, так сразу дожди пойдут, зальет и пойдут к осени. Наберем еще. Погулял. В такой красоте и вы со мною, друзья мои. Ну спасибо, друзья мои. Погуляли. Посмотрели наш лес, нашу красоту, увидели грибочек первый, какой-никакой, а гриб. Ну, всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.